внимание. Так, но я хочу сделать тон кожи, но я хочу его сделать таким немного темноватым, хочу сделать. А, ну вот, вот такого, ну, таким вот, например. Во, нормально, такой загорелый. Так, это у нас. Значит, он был таким качком у нас. Немного. Так. Нет, это он толстый будет. Нет, толстый нам не нужен. Кримбо. Ну, в принципе, мне его наряд нравится. Пусть так и будет. Вот так вот. Так, это вот, пусть будет Джим. Фамилия вот так. Цветков нет, Дроздов. Ну, пусть будет Дроздов, мне нравится это имя. Так. Мы будем играть сегодня за одного человека и попробуем создать свою семью. То есть у нас будет вот такая вот. Вот такое, ну, вот такая вот цель игры, создать пока, первая цель — создать свою семью. Так. А, сейчас нужно еще эти черты характера у него вы... Какой у нас будет. Да, черты характера какие. Итак, он у нас будет... Хотя я хочу, ну, он будет у нас, во-первых, романтиком. Да, романтик. Вот это вот я хочу, вот эту часть я хочу выбрать сам. Ну, чтобы чисто на рандоме оно выбрать. Вот так, чтобы поинтереснее было. То есть у нас будет танц машины, то есть любитель потанцевать, чистюля. Умелец. Ну, в принципе, неплохо. Предпочтение. Так, предпочтение у него будет любовь. Конечно же. У нас будет такой прям романтик. Семья Дроздовых, да. Выберите время года для игры. Но я хочу начать у нас с лета, хочу начать. Конечно же. Выберите город, в котором будет жить ваш сим. Сколько тут у нас новые города? У нас бюджет 20 тысяч нам дала игра. Блин, зачем мне подсказки даете? Хочу без подсказок. Я хочу вот в этом городе пожить, хочу. О, как раз таки около, так сказать, моря. Вот здесь, мне кажется, классно. Конечно, можно... А ладно, здесь. Мне здесь нравится. Покупаю. Да блин, наели вы меня со своими подсказками, не нужны мне ваше обучение. Отстаньте вы со своими идеями, не надо. Я сам найду, если мне нужны будут идеи, я сам попрошу. Я в интернете могу найти. Так. Хотя... Так. Нам нужно сейчас построить дом, потому что, понятное дело, он на улице у нас жить не будет. Так что нажимаем вот сюда вот. Так, нам нужно сейчас вначале построить такую коробочку небольшую. Так, приблизительно вот такая вот. Сейчас тут нужно еще немного вот сделать вот так вот. Так. Тут будет такая комната. Блин, главное, чтобы мне денег хватило ей. Не хватит денег, это будет полная жопа.
Большая круглая жопа. Тебе не хватит денег. Тут я хочу такую комнатку сделать небольшую. Да, она вообще малюсенькая будет, но она хотя бы будет. Тут я хочу еще что-то построить в будущем. Может быть, еще какую-нибудь одну комнатку или какую-нибудь прихожую, не знаю, там. Или какой-нибудь зал игровой с компьютерами, не знаю. Иди, конечно, много, но главное, чтобы на них всех денег хватило. Тоже мне нужно еще сейчас кухню сделать. Так, получилась такая вот штука. Короче, я решил сделать вот это вот кухней, вот это вот все. То есть тут будет мне стоять. Конечно, кухня маленькая получится, но все же. То есть сейчас. Так, ну вот такая вот у меня будет плита, к примеру. Так, как ее только поставить правильно. А, все. Нет. Она почему-то не ставится. Объект должен находиться в определенном объекте. Ну, а в смысле он так находится? Значит, вот это вот будет, потому что меня-то не ставит. В смысле, а это что не ставится? У меня денег, что ли, нету? Ну, короче... У меня только эта духовка ставится. Я ничего поделать не могу. Только эта плита. Так, соответственно, мне нужны еще тумбочки. Тумбы. Так, холодильник у меня будет стоять вот здесь вот. Осталось теперь дверь поставить. Ну, дверь я хочу вот такую вот. То есть, ну, мне вот такая нравится. Мне, блин, главное, мне, конечно, хватает, соответственно. Так. Теперь. Мне нужно еще... Нужна еще одна комната вот здесь. Это будет у нас ванная. Да. Так. Так. Ну, душ я вот такой вот сделаю. Пусть будет. Еще, конечно, ванна желательно, чтобы была. Ну, ладно. И туалет, так. Туалет и раковина, соответственно. Еще. Мне уже нога уж похватила. Вот так вот. Так, это уже потом. Конечно, можно было бы просто поставить вот эти вот кусты, но я не считаю это нужным. Так что поэтому я буду делать туалет. Как по мне, слишком большой туалет получился. Ну ладно. Так, ставлю такую же дверь. Как, если вы считаете, что мне чего-то не хватает в этом туалете, пишите в комментариях, я исправлю. Дом, такая вот дверь будет. Окна, 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 окна. Так, раз окно, потом два окна. Тут вот тут будет одно окошечко, хотя тут, конечно, туалет можно было другое сделать. А, это кухня, ну в кухне нормально, ладно. Или нет? Я, наверное, вот... Хотя не, нормально. Сейчас. Вот тут я хочу сделать самое большое окно, я хочу вот такое вот окно сделать. Пока мне хватает на все, вот такое вот. А что, неплохо же. Потом мне нужно будет тут ковры сделать. Нужно будет изгородь поставить. Тут много чего нужно будет. Но это уже мы в следующей серии сделаем. Сейчас мы просто пока делаем такую базовую. Базовую такую обустройку дома. Вот тут у нас будет спальня. Она супер маленькая, но самое главное, что уместилась кровать. В будущем, как я говорил уже, я ее увеличу. Дом я буду постепенно увеличивать. Короче, спальню я решил переделать и купить вот эту за 3715 долларов. У меня как раз таки остается 6. Зато спальня будет выглядеть лучше всех, будет выглядеть стильно. Тут у меня будет столик для будущих детей. Там вот кровать, тут даже две кровати. Кресло и ковры, и всякие картины там, и даже зеркало. То есть, ну, все супер. Только как думаете, чего не хватает?
Конечно же, двери. Двери, конечно же, не хватает. А куда мне поставить? Вот сюда вот, наверное. Ну да. Чтобы отсюда можно было сразу взять и войти. Тут рядом как раз таки туалет находится. То есть проснулся там, или перед сном взял, зашел в туалет. Сделал там свои дела. Так, тут я решил сделать гостиную. Сейчас поставлю тумбочку. Так. Теперь. Мебель всякие там, цветочки. Ну, питомцев у меня нету. Вот это вот, хотя бы не знаю, зачем она мне нужна, но пусть вот тут будет. Так, это что? Корыто с водой для лошадей от компании много сена не бывает. У меня лошадей нету. Столик такой небольшой. А денег мало, поэтому сейчас буду уже экономить. Вот тут будет такой столик. Тут обязательно аудиотехника. Радио, наверное, какое-нибудь. Вот это вот помаднее выглядит. Я стараюсь покупать её не самую дешевую, но и не самую дорогую, такую средненькую выбирать. А это что? Это не надо, мне, у меня тут не будет никаких концертов более сильных, только когда-нибудь там в будущем, когда у меня какая-то компашка будет огромная. Ну вот и подошло наше чудесное видео к концу. К следующей серии, надеюсь, я дострою свой дом. И уже он будет выглядеть немного получше. Всем спасибо, что досмотрели до конца. И до скорых встреч!